В рамках рабочей недели в регионе депутат Палаты представителей Национального собрания Андрей Струневский встретился с трудовым коллективом ЖКХ «Комплекс», чтобы поделиться впечатлениями от 6-го Всебелорусского народного собрания. Встреча прошла на базе ЖЭС-1. В ней также приняли участие Илона Гражинская, депутат райсовета, и жители микрорайона. Масштабный форум прошел в Минске под девизом «Единство, развитие, независимость». Он определил основные ориентиры дальнейшего развития Беларуси, сформулировал постулаты, на основе которых будет строиться политическая и социально-экономическая программа на ближайшие 5 лет. Именно об этом в своем выступлении говорил Андрей Струневский. Парламентарий подчеркнул, что президент в своем выступлении затронул самые жизненные для страны вопросы. Среди ключевых направлений – интенсивное развитие производства, рост ВВП, увеличение экспорта и инвестиций. Беларусь все же остается социально ориентированным государством, где во главе стоит человек. К слову, на встрече были заданы и проблемные вопросы от жителей первого ЖЭСа. Видно, что люди неравнодушные. И заботят их проблемы не только государства, но и внутренние проблемы. И опять же, тут вернулись к тем вопросам, которые есть, проблем ЖКХ, которые есть, проблем ЖЭСов. И мы увидели, что в этом направлении очень предстоит большая работа, плодотворная работа. Так как вот те моменты, которые задумки для того, чтобы было сделать лучше, вернулись не совсем хорошей ситуации, которая есть сегодня. Это наши капремонт домов, коммуникации, наших дорог. Людей волнуют эти вопросы.